Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о вытяжке для оптоволоконных станков и для CO2 станков. Как вы знаете, без вытяжки работать невозможно. Сильный запах, отложение, все это мешает и будет вам очень сильно вредить. Поэтому хочу вам сегодня рассказать об одной интересной вытяжке. Итак, поехали. Обычно вытяжка устраивается таким образом. Подводится гофра к станку. Гофра идет через туннельные вентиляторы, как правило, на улицу. И на этом все. То есть, в принципе, вот эта система, она работает, она качественная и больших вопросов и проблем не вызывает. Но есть и другие варианты, о которых я хочу поговорить сейчас. Мобильная вытяжка прекрасна тем, что не нуждается в дополнительном выходе на улицу, имеет фильтр, фильтрует запахи и вредные вещества. Компактные, можно установить где угодно. Вот, например, это вытяжка Typhoon 700. Посмотрим, как она устроена. Снимаем крышку. Видим фильтр первичной очистки. Вот такой вот фильтр, который убирает все крупные частицы мусора. Далее убираем его и видим фильтр тонкой очистки. И не только. Сейчас посмотрим. Так, достаем. За фильтром тонкой очистки мы видим большой угольный фильтр, который убирает запахи. Данная вытяжка оформлена в монолитном корпусе, встроенный двигатель, встроенная система вентиляции. Проверим, как она работает. Запустим. Так, собрали мы нашу вытяжку. Данная вытяжка работает от обычной сети 220 вольт, подключается сзади обычным шнуром. На панели управления есть ручка мощности и кнопка включения. Также данная вытяжка оборудована счетчиком часов, вот часов, которых она работает. С помощью этого счетчика можно прогнозировать, сколько проработает ваш фильтр и через сколько нужно будет его чистить или заменить. Итак, включаем. На минимальной мощности вытяжку практически не слышно. Но тяга уже есть. Если вы используете недалеко станок от вытяжки, то этого будет достаточно. Добавляем. Вот половина мощности. Тоже работает очень-очень тихо. Для офисного помещения прям комфортно. Полная мощность. Уже слышите звук погромче, но тоже в пределах допустимого. Итак, протестируем на этом листочке, как тянет наша вытяжка. Включаем. На минимальной мощности лист начинает притягивать. Добавляем до половины. Лист скукоживается. Делаем максимум. Мощность очень приличная. Вот такая вот вытяжка Typhoon 700 поможет вам и вашему бизнесу в условиях ограниченного помещения, офисного центра. Резюмируя все вышесказанное, повторимся. Первая вытяжка мобильная. Имеет три фильтра очистки. Угольный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки. Не дает никаких запахов. Абсолютно безвредно и довольно-таки тихо. Это первый вариант. И второй классический вариант – вытяжка в вентиляцию, окно или куда хотите. Обычная гофрированная труба, которая через туннельные вентиляторы, через соединители. Вот такие вентиляторы. С помощью регуляторов вращения мощности выходит в окно. Выбор за вами. Всего хорошего.